poco os haya servido un poco para haceros a la idea de cómo trabajamos nosotros. Insisto y vuelvo a pedir disculpas a Benfica porque desconocíamos cómo se iba a llevar a cabo esta presentación. Lo siento. Прежде всего, прошу прощения, что буду говорить на русском, пользуюсь языком. К сожалению, мой английский еще хуже, чем чуть-чуть хуже, чем представителей МСРДМ. Меня зовут Матай Норман, я являюсь руководителем генетического отдела Академии. Когда готовились к этой презентации, думали, что сейчас покажем презентацию, расскажем, какие мы хорошие, крутые, но потом увидели презентацию Бенфика и поняли, что вам работать не работает. Nós fizemos uma preparação, apesar que eles apenas mostrar aqui um clube bom, mas quando vimos a apresentação do Benfica, percebemos que não vale a pena. Но мы существуем еще не так давно, наша академия существует всего лишь 5 лет. Мы тоже не так давно работаем и думаю, что можно через какое-то время сможем Сначала я расскажу немножко о структуре нашей академии. И затем уже расскажу про наш департамент генетики. И попрошу прощения, если я буду сидеть, потому что примем помощник с конкурентом, поэтому немножко сложно, если видите, рассказывать. Eu peço desculpa por apresentar este sentado, porque eu não tenho um ajudante que lhe possa passar o estante. Хочу сказать, как у нас все началось.
главная команда. Зенитиков Кристофал, Зенит. Есть команда Зенит 2, которая играет в первенстве России в втором дивизионе. Есть команда Зенит Резерв, с которой недавно в Юнке проиграла юношеская лига чемпионов. И, соответственно, есть 6 возрастов профессиональных академий. И юношеская академия, которая насчитывает, которая идет от 6 до Анталавии. В этой возрастной группе также у нас есть сеть филиалов, которые, ну, как я уже сказал, есть в Санкт-Петербурге и в других городах России. Что мы делаем, что кивали, что я знаю с Кортро, Санкт-Петербург и Кабрайн, где тут это наша структура нашего клуба. Здесь я не буду, наверное, ничего говорить, потому что так, у вас примерно то же самое. Ну, жутко выделен наш отдел, который насчитывает 6 человек. Мы значит, работаем с командами, за исключением Зенит, с остальными командами, которые Зенит 2, Зенит Резерв и все. Ну а что мы проваляем, что мы экипа принципал Зенит, а что проваляем, что тут уже штент Зенит 2, Зенит 2, Зенит 3. Ага, Зенит 2, Зенит 3. И постепенно тогда перейдем к нашему отделу. Здесь вы видите слайд, где мы хотели показать, что чтобы определить уровень футболиста. Необходимо сочетание двух, необходима коммуникация использования двух компонентов. Субъективный и объективный. Субъективный и объективный. За субъективную составляющую отвечает, конечно, тренерский штаб, руководство. За субъективную составляющую. За объективную составляющую отвечает аналитик. И специалисты, которые собирают информацию, которая, ну, не забыл, медицинский департамент. Соответственно, совместно мы можем понять, насколько хорош или плох тот футболист в данный момент, насколько он может прибавить через какое-то время и стать выходом, кстати. Ну, что здесь важно подчеркнуть? Наш отдел аналитический, он основывается больше на коммуникации с тренером и предоставлении информации, и уже дальше с помощью этой информации он меняет свою точку зрения об игроке или о команде, или остается при той, которая у него была до этого. Nós através disso conseguimos mais ou menos analisar, juntamente com o treinador, o que é que nós podemos alterar ao longo do. O treinador com isso pode mudar ou então continuar com a sua ideia. Мы не работаем обособленно, то есть наша задача помочь тренеру, помочь игроку стать лучше с помощью аналитики. Наш аналитик пытается ожидать от тренера, я уже готов ударить, слушать, прежде чем ударить все пункты. Здесь вы видите слайд, в котором мы хотели показать следующее. Это таймлайн, начиная с U12-U21. Это уровень игрока.
И по большому счету мы хотим определить, вот есть у нас футболист 12-летний. На какие приземки? Ты уже готовил до съедешь. Какой у него уровень игры? Получить. Сколько он квалифицирован? Квалификационный. И что еще немаловажно, какие у него перспективы? Конечно, ваши перспективы живут. Здесь вы видите тренды развития футболистов. Какие у вас есть последние игры особенно в жюри? Ну, на Гатюку идет уровень топ европейский. Дальше идет топ российский. Ну, соответственно, первый дивизион, второй дивизион, третий. И мы берем футболиста. И на каком-то этапе понятно, что это мы говорим о будущем. Мы не говорим о том, что это сейчас у нас есть. Мы хотим этого добиться через какой-то период времени. Мы можем заплатить, что говорим, можем заплатить, что говорим. И с помощью объективной информации, в которой будет сочетаться физическая составляющая, техническая, медицинские данные, психологические, что называется, лайфстайл, то есть родители, агент, все что угодно, которое может также влиять на развитие футболиста. И все это совместно определить, на наш взгляд, возможность перспективы этого футболиста. Немного о нашем отделе. Значит, как я уже сказал, у нас 6 сотрудников. Может, я пришел, что работаем мы с 2010 года. Мы используем для видеосъемки, наверное, вы знаете, это HiBot, американская. Ну, особенность ее, наверное, не буду вам рассказывать, просто ну, получаешь хорошую картинку сверху. Ты не можешь прикатить обычную стену, если что-то штаб или штабель заканчивается машиной. В отличие от наших коллег из Бенфики, у нас, к сожалению, не так много компаний, которыми мы пользуемся, продуктами, которыми мы пользуемся. И в лыжне я должен делать мультишком книжку, открываем, например, Бенфики, Валиш, лыжные компании. На данный момент мы сотрудничаем уже на протяжении долгого времени с компанией Superlab. Ну, это голландская гимнастическая компания. И что я вам Голландия. С этого года еще и главная команда стала. И я говорю, принципал понятие было клиентиру. Что мы делаем? Что значит, ну, понятно, что мы снимаем все матчи и тренировки. Важные тренировки. Не все, но именно важные. Помогаем тренерам готовить теоретические занятия, собираем видеоконтент. Ajutăm să trenator cu avizii informația în plan și vă Всю эту информацию мы, как и наши коллеги из Бенфики, интегрируем в базу данных. А по моему в нас? Базу данных, да. Так, так же, как и Бенфика, мы же включаем все. Делаем анализы по соперникам. Делаем за анализ уже готов к И еще одна такая вещь. Мы делаем видео для индивидуальной работы с игроком. Об этом и о базе данных и анализе игры соперника я расскажу в отдельной слайде. Сколько авансов?
Sobre a base de dados, sobre o comportamento com o jogador, eu vou falar depois nos outros slides. Мы также создали где-то 3 года назад базу данных. Nós também fizemos mais ou menos atrás, 3 anos atrás, uma base de dados. Которая позволяет с любого конца планеты получать информацию, пользоваться ей. Ajuda a utilizar em qualquer parte do mundo esta aplicação. В ней собрана информация медицинских и всех департаментов нашей академии. Lá encontram-se todas as... Encontram-se todas as partes do departamento de todo o país. Ну, в принципе, тут следующее, то, что мы делаем так же, как и это анализы для соперников. Nós também fazemos, tal como os ginecologistas, nós fazemos uma análise das adversárias. Здесь, хочу сказать, что мы это начали делать только с этого года. Nós começamos a fazer isso este ano. И в основном мы делаем анализ именно матчей команды Зенит Резерв и Зенит Бар, то есть само старше. И нормально мы делаем это по анализу Зенит Резерв и Зенит 2. За основу мы взяли те отчеты, которые в свое время готовил мне Белошбор для того времени работы отчета. За основу отчетов. Com base disto. Мы взяли отчеты, которые делал в свое время Eles utilizaram a informação que ele tinha para utilizaram a informação que ele tinha para eles. Estão a fazer entender? При подготовке мы стараемся изучить последние 4-6 матчей. Preparação como um jogo da equipa adversária, nós temos sempre às 4 ou 6 últimos jogos que a equipa fez, para podermos ver como é que eles jogam e o que nós podemos alterar. Nós fazemos também um vídeo do jogador. Individual, tal como da equipa toda, entregamos isto ao treinador para o treinador poder ver e perceber a situação em que está a equipa dele. E o treinador nos deixa fazer a apresentação perante a equipa. O treinador deixa-nos fazer uma apresentação em frente à equipa. То есть мы, так как, como сейчас я выступаю перед вами, также выступаем перед командой и непосредственно перед матчем. Tal como estou a apresentar em frente a vocês agora, fazemos exatamente o mesmo em frente à equipa que vai jogar. Следующее, то, что хотела показать, это индивидуальная работа с игроком. Depois eu queria-vos mostrar um trabalho individual com cada jogador. Aqui temos pequeno vídeo. Здесь вы сейчас увидите футболиста, центрального нападающего нашей команды, U14. Aqui você vai ver jogador da equipa U14. Будучи выше среднего роста, он достаточно хорошо играет головой. Sendo uma pessoa bocado baixa, ele não consegue jogar muito bem com a cabeça. И один из этапов подготовки, улучшения подготовки, один из этапов улучшить этот компонент, это показать ему его ошибки с помощью видео и показать, как в данной похожей ситуации действуют мировые звезды футбола. Com um vídeo, juntando vários vídeos, nós mostramos o erro dele, o que é que ele pode melhorar e mostramos uma pessoa de classe alta, jogador mundial, por exemplo, como ele joga e como é que ele joga naquela situação, para a pessoa poder, o jogador poder aprender e melhorar através de exemplos melhores. Здесь взято видео из разных чемпионатов. Aqui está um vídeo de vários campeonatos. Thank you.
erro dele e o que é que ele pode melhorar futuramente em relação ao tipo de jogo que ele tem. Я вам сказал, что мы, кстати, недавно занимаемся департаментом департамент. И, конечно, в будущем мы хотим, чтобы мы очень стали серьезным департаментом, и к нам уже приезжали специалисты на стажировку, принимали опыт. Nós queremos melhorar bastante aquilo que nós temos neste momento para, para as equipas, outras equipas de outros turistas poderem ver e aprender ou tirar alguns estágios com eles. E um dos momentos para o nosso desenvolvimento é a saudade de Zinitlar. E para isso nós estamos também a preparar um laboratório Zinitlar. В Zenith Lab входит то, что я до этого уже говорил. Все департаменты, все отчеты, вся статистика, все медицинские характеристики, абсолютно все интегрировано в этот продукт. Все департаменты, все отчеты. Все информация. Задача которой будет определить уровень футболиста и его перспективы. И последнее, что я хотел сказать, словами именно как раз Андрей Белошев. Все вы знаете, что прежде чем работать тренером, он работал аналитиком. Todos sabem que antes de ser treinador ele era analítico. Казалось бы, да, специалист, который занимался анализом, должен максимально, скажем так, основывать именно анализ. И сабendo como ele era analítico, a partir de toda a gente se jogava só na parte analítica e só ouviria ela. Но даже он прекрасно понимает, что футбол – это хаос. Mas mesmo ele entendia que o futebol é um caos. Каждой секунде, каждой минуте происходит такое, что нельзя посчитать, нельзя предугадать. Em cada minuto, em cada segundo, posso mudar tudo. Аутсайдер может выиграть у... Аутсайдер может ganhar ao... Лидер. И за это мы любим футбол, то, что мы предсказываем. Por isso é que nós gostamos de futebol, porque nunca sabemos o que vai seguir, o que pode acontecer num minuto. E ele diz que a estatística é muito importante. Ele diz que a estatística é muito importante, mas também temos que saber usá-la. É tudo. Ao departamento de análise, em todos os departamentos, de facto é um momento
понимает безделуш, даже я штатник безделуш на моей сессии, штатник и без он e até amanhã.